Строительство первого детского сада в районе бухты Патрокол во Владивостоке идет быстрыми темпами. В здании сейчас ведутся отделочные работы. Через большие витражные окна помещение заливает солнечным светом. Будущим маленьким хозяевам здесь будет светло и уютно. В части помещений стены уже оштукатурены и покрашены. Работу планируют завершить до конца года. В настоящее время идет завершающий этап строительства, выполняются внутренние отделочные работы, монтаж систем видеонаблюдения и освещения территории детского сада. Работы по благоустройству территории выполнены заблаговременно в теплый период времени года. Так что завершение работ по строительно-монтажных запланировано в этом месяце. Сдачи в строй этого детского сада с нетерпением ждут сотни семей, которые заселились в последние несколько лет в новые дома района Патрокол. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.